Всем здорово, с вами Эдвин, и вы на канале Мысли Геймерсы. И наконец-то я закончил второй класс. И мне под конец дали мои всякие грамоты и оценки. Вот, первая получается моя грамота. Угу. Вот она. Остается на второй год. Не отгадал ребус, потому что снимал много видео на канале YouTube. Шутка, ладно. Короче, Эдвин тут получил бумажки какие-то. Одна называется «Ребус. Международный математический конкурс. Сертификат участника». Я выиграл там 10 баллов, а другие 6 или там 5. Короче, хочет Эдвин выпендриться, что в классе он занял больше всего баллов. Да, мне хватило еще 4 балла. Да, и он бы занял сертификат мира, дали бы ему. Да. Самый математический математик. Математика. Планеты Земля. Короче, если серьезно, это сертификат участника в конкурсе международный, вот, или какой там, сейчас скажу, МБУ, школа номер 17, второй класс. Короче, нафиг это все, давай. Так, брехня какая-то. Оценки на потом. Так, грамота награждается ученик второго класса. Школы номер 17 города Уфы за хорошую учебу. Так, 2016 год. Гражданин Багдасарян Эдвин. Гражданин. Все, короче, это грамота. И... еще одна брехня. Ну. Вот это куда не шло уже. Папе, это интересно. Это табель. Успеваемости. Ты куда там успевал-то? Ну. Там надо в школе куда-то успевать? Нет, вообще надо что-то успевать, уроки делать там, еще что-то делать, наверное. Короче, там все быстрые, что ли, такие в школе? Да, флэш. Самый быстрый, наверное, учительница, да? Она же должна научить успевать. Оценки за быстрость. 5. Школа суперменов, что ли, заканчивала? Точно. Оценки бросания бумеранга. 5. Кто быстрее разговаривает. А, быстрее разговаривает. Короче, табель успеваемости, понятно. Так, гражданин Багдасарян Эдвин был признан невиновным. Короче, ученику МБУ, школа номер 17, 2 класса Б. Второй класс. Так, короче, у Эдвина, в общем, начнем с того, что только 2 четверки. Это русский язык и литературное чтение. Подожди. Все остальное это на четвертый год. Пятерки. Вот здесь вот и надо смотреть. Годовые оценки, четверть-то вообще без разницы. Да? А, ну ладно. Четверть всякая брехня может быть. В итоге надо среднюю выводить. А. Короче, в итоге у Эдвина 2 четверки, все остальные 5, 5, 5, 5 и 5, 5. Короче, у него тут физра, технология, ИЗО, музыка, окружающая, так, короче, и тому подобное. Билиберда. Так. Праздник с 1996 года празднуем вместе. Хотел слушать грозы. Короче, второй ты класс закончил. Да. Люди спросят, типа, а что видос-то снимаете, нафига это надо? Это мы снимаем для тех людей, кто которые... кто интересуется моими оценками. Да, это раз. И те, кто достали уже, типа ты, да, наверное, не учишься там, да, одни видео двойки, пилишь. Да, двойки, а вот вам ты оценки. Лузер, короче, ботан, ну, вот дядьки твои. А. У нормального ботана, а, не ботан, задрот игр, а, там, типа майнкрафтер. А, у них всегда очки. Да, должны быть очки, и ты должен вот прям в упор смотреть в этот. Смотрю. Вот, типа, если я спрашиваю, ты ходишь гулять? Зачем? Зачем? Если разве ходят на улицу? Да, я лучше посижу на компьютере. Прям на нем, что ли? Да. Или в нем? В нем. И на нем тоже, да? Да, посижу. Так что, вот вам гребаные пятерки. Вот вам Эдвин, да. Вот вам какие-то бумажки, какие-то грамоты международные. Даже... там вон наверху, сейчас покажу, висит медаль. То, что это Эдвин... лучше, чем да, это.
чемпион Башкирии по борьбе. Там наушники, там телек. А здесь сама злая. А вон там комп сейчас это в спящий режим ушел. Так что поздравляем Эдвина с окончанием второго класса. Да. И вот почему две? Везуха-то какая, не остался на второй класс. Да, Эдвин? Перешел все-таки в этот третий, да, еще предстоит столько учиться, вот да. Тебе за пара, конечно. Да сейчас нам лучше отдыхать. Короче говоря, Эдвин успевает и учиться, и снимать видео, и родителям мозги выносить, и не выносить. И ходить на тренировки. И на тренировки. Да. И гулять. И поспать даже иногда успевает. И челленджи снимать успеваю. И блоги. Да, так что, наверное, давай на этом закончим. Да, всем пишите, пока. Кто как закончил свой класс. Какой класс вы закончили? Да. Есть ли у вас там двойки, тройки? Нам это все равно. Да, ну вы пишите. У меня двойка. Все, ну ладно, давай, всем пока. Всем пока и поздравьте меня за то, что я закончил второй класс на 2 четверки и все пятерки. Вот, так что подписываемся на мой канал, ставим лайки. Всем пока.